Так, ребята, выбрался я сегодня на охоту все-таки. Не выдержал. Ой, блин, я увидел двух сазанов. Попробую спуститься поближе. Небольшие, но есть. Блин, один ушел. Вот один здесь стоит, кормится. Есть, есть, ребята. Прикиньте, вот тут сазан. Какой-то кривой. Какой-то он непонятный. Или он с леской, что ли, там был? Что-то непонятно, блин. Так. Давай, давай, иди сюда. Есть у нас. Чё? Один есть. Блин, тут какой-то сазан непонятный был. Я его даже не видел. Он как-то плавал, короче, непонятно, криво. Как будто битый был. Или как будто у него там леска, что ли, была. Блин, жалко. Если бы я увидел, я, конечно, его бы лучше взял бы, чем так мучиться ему. Ну ладно, ничего страшного. Так, спокойно. Ну, блин, четко зашла. Да, пробила. Пробила нормально. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего, сазан плавает еще. Стрелять еще можно. Блин, я ему пузырь пробил. Так, ладно, пока на паузу поставлю. Вот, кажется, увидел силуэт. Блин, плохо зашла. Или я вот так пробил насквозь, непонятно. Так, 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 так. Кажется, я ему прям поверх попал. Да, я его пробил. Ну вот, насколько ли там хорошо он держится, вот это вот непонятно. Я надеюсь, у него там крепкий хребет. Давай, давай, давай. Без резких движений. Блин, как назло еще. Не могу никак. Так. Рогатку туда. Есть. Вот как я его, ребята, пробил. Блин, я не могу. У меня прицел сбился, я, короче, поверх бью.
Ну, главное, он не ушел. Так, блин. Надо как-нибудь завязать тебя теперь. Не знаю, сколько ты весишь, но нормально. По ощущениям такой. Так. Тихо, тихо, тихо. Что такое не то? Вот это нам пойдет. Золотистый. Так долго тебя ждал, блин. Ну где ты там? Все, никак не могу купить эти поводки, блин, для рыбы. Не получается у меня до этого магазина доехать. До рыболовного. Но в следующем году, обещаю, точно будет. Все. Взяли мы тебя. Так, где-то там стрела. Короче, я всегда, получается, попадаю поверх. Пытаюсь ниже брать, но автоматом все равно, блин, вниз. Ой, вверх летит. Так что как-то так получается у меня всегда. Так. Веревку пока не надо. Такой вот красавец тяжеловенный. Блин, походу там икра у него есть. Офигеть. Я тебя там не раздавил, блин. Нет, вроде бы не раздавил. Все, отличненько. Есть у нас парочка. Сегодня будем стрелять по максимуму. Потому что на зиму надо заготовиться. У меня уже там рыба закончилась. В морозильнике. Все. Отлично. Блин, такая гладь стоит, а я не вижу из-за того, что я слишком низко к воде стою. Было бы повыше, вообще классно было бы. Ну тут а мелко, очень мелко. Вот, ну сазан кормится, вот видно вот эти вот белые пятна, причем дофига этих белых пятен. Я не знаю, это скорее всего не один сазан, их здесь дофига должно быть. Просто мне не видно. Стараюсь как можно тише по этим камням идти. Но не получается, такой там хруст стоит. Соответственно, блин, сазан все слышит и уходит. Там волны идут. Но я пока до туда отойду, он уже уйдет 100%. Ох, блин, он там прям выныривает. Блин, а. Не очень хорошие условия для стрельбы с такого ракурса. Вот он проплывает. Есть. Есть.
Блин, что-то как-то непонятно он сел, а? Зараза, нет, он ушел. Сорвался, сорвался, гад. Надо, наверное, выйти немножко на середину. Вот он. Да ладно, стрела, блин, вообще пошла не так. Блин, ну там еще один, но я его плохо вижу. Плохо видно, блин, он уходит. Нифига себе, вот он. Нет, слишком наперед стрельнул. Кажется, мне нужно стрелу поменять срочно. Эту поставим. У нее металл покрепче будет. Блин, вон он уходит. Они уходят. Там они один. Зараза! Надо еще подальше выйти. Они сейчас все будут сюда идти на меня, потому что там совсем мелко. Надо быть тут вообще максимально на пределе готовым. Впереди еще есть. Поднимается сазан. Вот он, куда пошел? Вот он сюда идет. Так, ждем. Где он? Я его потерял. Блин, он походу развернулся. Да, он, по-моему, опять вверх. Вверх пошел. Вот он проплывает. Есть. Прям в голову я ему зарядил. Давай сюда. Давай сюда. Так, аккуратно. Аккуратненько. Он такой хороший. Тихо. Тихо. Обалдеть! Вот это здорово! Куда? Блин, куда? Давай сюда! Ни хрена себе, монстр, я ему черепок пробил. Смотрите, как пробил. Хорошо, жаберная крышка мощная. Так.
Нужна веревка. Тихо, тихо. Обалдеть. Так, не надо путаться. Что такое, блин? Да что ты будешь делать-то? Фу, блин. Так, все распутал. Ну я его прям четко пробил. Ребята, блин, смотрите. Прям офигеть как. Да, так пробил, что, блин, вытащить теперь не могу. Так, все, отлично вытащил. Нормально, я так адреналинчика хапнул. Руки трясутся, блин. Потом обязательно я его взвешу. Видите, он сильный, блин, сопротивляется как. Все, отлично. Отлично, отлично. Крутяк. Крутяк, крутяк. Ох, блин, меня еще сзади рыба держит. Ё-моё, сколько ты весишь-то, а? Блин, вон там сазан тоже. Так, мне, наверное, надо вас завязать, а? Как-то я дальше-то, блин, тяжело будет идти. Так, сейчас пойдем сюда куда-нибудь завяжем. Вот тут-то вот. Вроде бы место удобное. Ладно, пока на паузу поставлю. Продолжаем охоту. Идем вверх по течению. О-о-о. Вот там конкретные плавники оказались. Прям как вовремя. Значит, надо быть наготове. Блин, плавники вижу. Но они небольшие, что ли? Что-то непонятно. Вот-вот, я уже близко. Да ладно, блин. Ну что такое, я не могу никак сориентироваться. Всегда вверх бью. Блин, хороший был. Но ничего, один ушел. Остальные наверх пошли опять. Сейчас, скорее всего, вот он.
Да ладно, блин, а. И опять же мимо. Есть! Прям, блин, сходу я его пробил. Блин, видите, вон там волны какие. Ё-моё! Это хорошие сазаны пошли там. Иди сюда. Я его четко пробил. На самца похож. Худой и длинный, блин. Ладно. И такой сойдет. Четко я его пробил, конечно. Так. Давай-ка мы тебя сначала завяжем. Короче, пауза пока. Все, ребят. Закончилась моя охота. Вот такой вот у меня сегодняшний улов. И у меня есть один трофей. Сейчас буду его взвешивать. Одного взвешу. Хватит, я думаю. Нагулялся я сегодня нормально. Не знаю, сколько километров протопал. Но одно того стоило. Так. Вот он, кабан. Итак, весит он у нас 5475. Вот такой вот кабан. Остальных взвешивать не буду. Все, всем пока.